Всем добра мира. У нас очередные распаковки двух посылок. Сейчас посмотрим быстро, что внутри. Это маленькие посылочки. Посмотрим. Написано mobile phone case. Ну, понятно, это чехол для моего смартфона. Lenovo Zoom Z1. Цена на 1 доллар. Я отдал за него 91 рублей 88 копеек. Шла посылка очень долго, 52 дня. Сейчас распакуем, посмотрим быстро. Так, откроем по-быстрому. Так, чего внутри нету. Внутри нету. Так, вот такой силиконовый чехол у меня в комплекте был, один силиконовый, я им уже пользуюсь несколько месяцев. Вот это я заказал давно, сейчас будем сменять. Вот такой у меня был в комплекте чехол. Он тоже хороший чехол, хотя дешевый, прозрачный, красивый. Сейчас посмотрим, оценим, проверим. Он как бы цвет черный, как бы матовый, не знаю. Сзади какая-то шуршавый. Вот. На кнопочке отверстие есть на кнопочке. Вот на камеру. Вот внизу тоже. На эту USB, на джек, все отверстия. Сейчас посмотрим. А у этого отверстия на кнопочке были закрыты. Вот, только внизу были открыты отверстия. Сейчас посмотрим. Положим, посмотрим. Такс. Во. Сел как улитой. У меня смартфон белый, вот, сейчас как бы серый, цвет какой-то серый был, не помню, или черный, вот, какой-то цвет у меня был, как бы черный он или серый, сейчас не могу понять, вот. Вот смартфон, вот, кнопочки открыты, у меня, это, кнопочки закрыты, я в этом и даже считал плюс, потому что эти кнопочки немножко считаются у этих телефонов. А с этим они закрыты и все намертво. Нажимать было удобно. Но здесь тоже нажимать нормально, удобно. Вот такой чехол. Сейчас посмотрим второй посылочку. Вот такая посылочка. 52 дня тоже шло, 70 рублей 80 копеек. Так, что написано здесь? Сейчас фокусировку. Если мой смартфон сделает, здесь ничего не понятно. Сейчас откроем, посмотрим. Вот такая посылочка, тоже маленькая, дешевая. Посмотрим. Я как-то у одного обзорчика на обзор на транспаковке видел такую вещь. Так, это тоже для моего смартфона Lenovo Zoom Z1. Сейчас как его открыть, не знаю. О, вот бы открыл. Вот такая вещь. Как бы пленка. Это пленка для заднего. Для задней стороны. Вот пленочка. Вот сюда клеим, чтобы было надежно, чтобы у него тоже на заднее стекло.
Так, и на экране тоже стекло. Вот как мы видим стекло. И сюда надо клеить. У меня сейчас не получится клеить, потому что я, это мне спец, у меня есть спецы. Спец, я спецу доверю, потом, когда у меня будет обзор, пока у меня не получается делать обзор, я несколько месяцев я этим смартфоном пользуюсь, это будет обзор. Я думаю, он будет уже приклеенный, я покажу, как будет вот. Он непрозрачный, как бы вот с такими узором. Я как переливается, что ли, вот. Но он непрозрачный. Вот так он у меня будет. Вот так он у меня будет. Дальше увидим. У меня этот обзор я делаю ночью, поэтому слишком не критикуйте меня. Мой смартфон все равно с плохом освещении трудно фокусироваться, показывать вам. Вот такая пленочка. Вот здесь отверстия. Надо их аккуратно оторвать для камеры, видите. И тогда будет все окей, думаю. Такой у меня будет смартфон с пленкой. Я даже не знал, что такие бывают, оказывается, бывают. Вот. Сзади сделаем. У меня впереди стекло есть. Ну, как вы видите, вот здесь немножко у меня трещина. Это из-за того, что у меня 2,5D стекло, экран. И мой спец, когда ложил стекло, он впервые делал этот. Он так сильно нажимал там, чтобы эти пузырьки не были. Вон, и получилось отверстие. Такое трещина. А так я пользуюсь. Нормально, не мешает вроде бы. Вот так. Я сделал на него обзор. Я пока что этим смартфоном уже несколько месяцев уже доволен. Хороший смартфон. Не жалею, что его купил. Вот такой отдал. Как я рассказывал, 10 тысяч на споковке. Такой смартфон. Вот такие у нас у меня были посылочки. Пленочка на заднее стекло. И вот силиконовый чехол. Вот такой. Вот такие у меня были распаковки. Ставим лайки. Жмем внизу подписаться. И до скорой встречи. Пока.